Территория здоровья, что логично, в зеленой зоне областного центра. В минувшее воскресенье в парке Степанова состоялся фестиваль с таким названием. Для жителей его организовали медики региона. Здоровье – это первостепенно, потому что без хорошего здоровья мы не можем радоваться жизни, не работать, не отдыхать, не получать удовольствие, общаясь со своей семьей. Здоровье – это ключевой момент. Одновременно на нескольких площадках ивановцам предлагали попробовать полезную пищу и напитки из эко-бара, узнать, как правильно следить за своим здоровьем и даже померить артериальное давление. У Валентины Васильевны сегодня 168/95. Высоковато. Врачи советуют немного изменить образ жизни и к потребностям организма прислушиваться. Вот сейчас ходьбой начала заниматься. 10 дней хожу, по километров по 5, наверное, по 6. Работает. Помогает. 6 килограмм скинула. Современные горожане к своему здоровью относятся халатно, уверены медики. Обращаются только в случае крайней необходимости. А нужно больше времени уделять профилактике. Безусловно, наблюдаться у врача пациент должен с первых дней, с первых минут рождения и непрерывно на всем протяжении жизни. Безусловно, это предполагает многочисленные различные медицинские тесты, прививки, осмотры уже в более взрослом возрасте в смотровых кабинетах, диагностические различные пробы на предмет раннего выявления разных заболеваний. Потому что если заболевание выявлено на раннем этапе, конечно, надо понимать, что оно эффективно лечится. На детской площадке дежурил педиатр. Наталья Дмитриевна готова была ответить на любые вопросы родителей. Врач уверена, воспитать здоровое поколение просто. Важно много гулять, правильно питаться, вовремя ложиться спать и делать прививки. Прививать начинают поздно. Дети хуже переносят прививки в старшем возрасте, хотя многие родители уверены, что чем старше, тем меньше побочных эффектов. На самом деле это не так. И в том числе хотелось бы акцентировать внимание на прививки против гриппа. Почему-то родители отмахиваются от них, боятся их, хотя грипп – заболевание серьезное. И летальных случаев, по крайней мере, у привитых детей, взрослых гораздо меньше. Посетители парка к врачам отнеслись с доверием. Например, эти пенсионерки решили открыть для себя модную скандинавскую ходьбу. Методику занятий и технику освоили не сразу. Такая ходьба рекомендована страдающим сердечными заболеваниями и пенсионерам для тонуса и настроения. Сложность в освоении методики, да, потому что здесь требуется синхронное движение рук и ног. То есть не у всех людей с самого начала получается синхронно выполнять движения руками и ногами. Но это только в начале. Когда человек потренируется, то есть у него эти синхронные движения получаются хорошо. В здоровом теле здоровый дух, уверены организаторы этого мастер-класса. На фестивале они предлагали ивановцам открыть для себя медитацию, а вместе с ней и потребности своего сознания. Медитация позволяет заглянуть внутрь, сквозь все те навязанные шаблоны, да, вот социум, которые у нас зачастую вокруг нас выстраиваются, и увидеть то, что действительно подлинно хочет именно сам человек, то, какими талантами он обладает, как ему себя здесь реализовать. Вот. Медитация – один из способов для того, чтобы это увидеть. Медики уверены, быть здоровым – вот новый тренд, который должен дополнить увлеченность молодежи спортом и правильным питанием. Прокачивать свое здоровье важно и нужно, а врачей бояться не стоит. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.